Выбор будущей профессии – один из самых важных шагов вчерашних школьников во взрослую жизнь. Сделать точный и осознанный выбор российским молодым людям помогает проект «Билет в будущее», к которому Севастополь присоединился в прошлом году. Проект «Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной ориентации для школьников 6-11 классов. В городе Севастополе проект реализуется второй год подряд. Он направлен на раннее выявление предрасположенности детей к той или иной профессии. В данном проекте принимают участие более 1500 школьников города Севастополя из 14 школ. Ребятам помогают 27 педагогов-навигаторов, которые уже провели для них профориентационные уроки. Школьники также прошли онлайн-диагностику для определения своих способностей. А теперь настало время перейти к самому интересному – практическому знакомству с профессиями. 11 ноября десятиклассникам образовательного центра «Бухты Казачья» выпала возможность почувствовать себя в роли археологов в Херсонесе Таврическом. Вот представьте себе, что люди живут на одном месте 2000 лет. И, конечно, остаются результаты их жизнедеятельности. Вот эти напластования, фундаменты домов, когда один рушится, другой строится, расчищается площадка, строится более позднее строение. Вот эти напластования в археологии называются культурным слоем. И задача археолога – открыть эти слои, зафиксировать находки, понять их стратиграфию, продатировать те находки, которые обнаружены в результате археологического исследования, и реконструировать картину прошлого. После краткой экскурсии по древнему городищу школьникам показали, как оформлять открытые листы и документировать обнаруженные находки. А чтобы наиболее точно восстановить предметы быта херсонеситов, ребята тут же перевоплотились в реставраторов. Мы открываем. У нас перед нами осколочки. И мы должны, как реставраторы, ну, схематично, конечно же, из осколочков собрать какой-то сосуд. Вот сейчас девушка собрала кратер. И мы должны его интерпретировать. Сейчас мы принесем табличку с классификацией сосудов. А их ни много ни мало в Древней Греции было огромное количество. И пытаться определить, какой перед нами сосуд. Однако ребятам доверили не только собирать бумажные кусочки сосудов, но и поработать с настоящими древними черепками. Склеиваем осколки, так скажем, может быть, керамической какой-нибудь посуды, чтобы она, ну, была в достоверном виде, как она настоящая была. И как вам? Любопытно, очень интересно. Реставрация вот сейчас мне нравится очень. Я даже задумывалась когда-то о том, чтобы пойти учиться на реставратора, но я передумала, потому что надо сдавать историю. Следующий жизненный этап большинства археологических находок – выставка их в экспозиции. Здесь к работе приступают экскурсоводы, с делом которых школьники тоже смогли познакомиться. Экскурсия в переводе с латинского языка означает «вылазка, набег, вторжение». Это коллективное посещение достопримечательных мест, музеев. Но дело в том, что экскурсии бывают разные. Если мы идем пешком, то это какая экскурсия? Пешеходная. А если мы сели в автобус и едем по городскому кольцу, и экскурсовод рассказывает нам о памятниках Севастополя? Какая это экскурсия? Она автобусная. Всего участникам проекта «Билет в будущее» предстоит познакомиться с более чем 20 профессиями, среди которых бухгалтер, портной, медсестра, графический дизайнер, художник по костюму и многие другие. До конца ноября школьники посетят около 10 учреждений Севастополя, чтобы найти ответ на один из самых важных вопросов в своей жизни – кем быть. Екатерина Костейникова, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.